Я там, значит, в ленте разместил уже наш третий выпуск IGTV «Автоспорт в опасности». Так что проходите, смотрите. Вы многое видели. А еще там есть то, что вы не видели. Например, наш новый комбинезон. Идите, я вам еще раз ссылочку оставлю. Тяните вверх и, короче, смотрите. А я вам сейчас другое расскажу. Я, в общем, приехал к Марату снова на занятие в Канкадзе Скул. У меня сегодня 5-е или 6-е уже занятие. И что я тут... Live and Drive. И вижу огромную сцену. И это не просто сцена. Она никак не относится к нашим занятиям. Это, ребята, автомобильный кинотеатр. То есть вот на этой площадке будет автомобильный... Самая тема, когда вы приезжаете на тачке, настраиваете на радиоволну, сидите в машине, смотрите кино, и типа вам девочки на роликах привозят попкорн. Мне кажется, это очень классно. Всегда мечтаю. Так что, москвичи и гости столицы, welcome. Вот такая движуха будет тут скоро. Я не знаю, когда это откроется, я просто иду мимо.